Друзья, всем привет! У нас сегодня видео будет посвящено призывам. Призывает Денис, Ред. Значит, эта запись еще начиная с середины недели, да, еще с прошлого события. Собственно говоря, здесь попытка поймать красного красного клоуна, но вот этого достаточно неплохой персонаж в атаке. Собственно говоря, можно попробовать заморочиться, его вытащить. Вот. Также, конечно, кроме него здесь есть и другие герои, которые могут пригодиться. Да, та же синяя Эльза, которая, кстати, Денис поймал. Вот. Но пока что падает синий Ногрунгнир. Вот. Стандартный. ГМ дает. Кстати, ГМ что-то как-то в этот раз оверсайз. У них как-то интересно. Я помню, когда была красная, как ее... Блин, забыл, там красный ГМ был. Она была, наоборот, такая крошечная, миниатюрная, маленькая. Вот. А сейчас фиолетовая такая, чтобы мы смогли ее разглядеть. Дяо Чан, или как ее там зовут. Падает Сигурд, вот. Но это совсем не то, на что мы тут рассчитываем. На что рассчитывает Денис. Мы как бы тут просто смотрим, наблюдаем, насколько карма стала добрее перед Новым годом. Либо наоборот, жадная. Надо же на новогодние праздники срубить бабла побольше, поэтому нельзя просто так прийти и поймать, что хочешь. Надо немножечко денежку занести китайскому богу рандома, и может быть тогда наверняка упадет тебе Аякс. Хуякс и Аякс. Вот, а ты хочешь тикву, говоришь, да? Ну, давай посмотрим. Вот, длина ролика здесь длинная, как бы, если у вас там есть под боком какие-то печенюшки и чайчик, то можно смело начинать их жевать, если вы это еще не делаете. Вот, ну и... Короче, будем наблюдать. Значит, мне тоже, в принципе, интересно, как оно бывает у людей. Кто-то ловит за 100 монет, кто-то за 10. Вот, а кому-то приходится потратиться весьма внушительно, чтобы достать то, что нужно. Вот, ну, правда, если долго ломать эту дверь с ноги, она все-таки рухнет и упадет, и герой, который нужно, будет у тебя, но, как бы, вопрос в том, какая цена. Пока что продают броки, гипомидонты, ну, короче, все, что не надо. Элитный корм за деньги, обращайтесь. Ну, Гектор. Ну, нифига себе, побаловали. 100 монет дали. Смотри, ничего себе, ну. И что? Та-дам! Эос. Ну, не повезло. Так, ну хорошо, теперь у нас попытка поймать что-нибудь здесь. Пару монет, пару призывов. Красавица Елена. Ну и, собственно говоря, Рудольф. Теперь... Снова здесь, как бы чередуем, да, события. Чередуются события между тем и тем. Да, ГМов дают, базара ноль. То есть, если стоит желание прокачать его на четвертую эволюцию, там, я не знаю, поиграть с Кукульканами, там, с Энгусом в атаке, то, пожалуйста, Дяо Чан вперед из песни. То есть, можно прокачивать и пользоваться. Вот, она неплоха будет с этим фиолетовым чудиком, который тоже дает сразу всем миньонов. Вот, собственно говоря, в этой паре, то есть Энгус, она и Кир, да, вот эти вот Кир, Дяо Чан и Энгус могут в паре, блядь, там с кукульканами такой ветер делать, что просто хавайся. Так, ну а мы продолжаем наблюдать, как кристаллы тают на глазах. Вот, как производится обмен кристаллов на ненужные какие-то герои, которые, не знаю, что-то на корм, там, кстати, на эволюцию можно пустить. Денис, кстати, этой зеленой подругой играет на событиях, можно было ее на четвертую эволюцию уже задвинуть давным-давно. Так, ну что, у нас Эпей, Фрея, в общем, всякая шваль, короче, он сделай X10 и... Призови тройку в подарок. Ой, блин, чисто утешительная тройка. Так, ладно, идем дальше, значит, не теряем надежду. Снова начинаем с тройбана и продолжаем тройбаном. Так, поехали, X10. Так, Пандора, Эпей. Ну, в общем, игра в своем репертуаре, то есть, да, пятерки дают, но какие-то чисто стандартные, я не знаю, там их чисто... Можно радоваться лишь в том случае, если ты там собираешься что на эволюцию двигать. Они так лежат, просто в гараже место занимают.
Вот. Ну, тюр, как бы там, новый костюм можно, конечно, там где-то прокачать, использовать на быстрой мане. Вот, но в целом так себе. Так, ладно, короче, ну что, у нас тут попытка еще на призыве знаний достать, пока ничего. Продолжается штурм. Штурм ворот, в котором кроме троек ничего не дают. Ну, там что-то Эпей, Пелей, Пандора. Стандартная херня. Так, ну что, мы переключаемся на призывы снов. Здесь уже, понятно, другое событие. Другие интересные герои интересуют. Вот, ну, собственно говоря, погнали. Пока тройки на разогреве. Тут вроде ворота поменялись, события поменялись, но звездность героев не поменялась. Как падали тройки, так и падают. Ну, Йосифу дали. Ну, ничего себе разнообразие. Ну, побаловали, да, побаловали. Что тут скажешь? Да. Так, что там было? Что там упало? Ничего такого. Так, хорошо, продолжаем, продолжаем. Снова возвращаемся на события. Да, конечно, реально герой месяца оверсайз. Рудольф, Аталанта. Но пока ни одной событийной пятерки интересной мы не увидели. То есть падают ГМ и падают стандартные герои. И вот сколько мы уже смотрим, тут уже призывов прилично было сделано. И ничего такого, что нас может побаловать. Ну, правильно ведь? Ну, смотри, ГМ. Да, на манеже все те же. Вон, Ипполита. Там уже вторую можно на четвертую эволюцию двинуться. Пятую, шестую эволюцию дать. Прикинь. Да. Элитный корм за деньги. Обращайтесь. Карма всегда вам поможет. Сет. Так, а вот Антария, это уже интересно. С Антария реально поздравляю. Это очень классный персонаж. Просто крутой. Это... Тут повезло. Но с какой ценой она упала? Так. Так, ну что, все еще тиква есть. Все еще новогодние призывы. И призывы снов. Короче, все в одной куче. Можно переключаться между событиями и выбирать, где троек лучше, блядь, дадут. Ой, блядь, слушай, смех и грех, знаешь, оно вот так вот, если это все дело посчитать, то, конечно, можно немножечко подрастроиться. Какой ценой даются нам герои. Вот так вот, блядь, ловишь, ловишь их, а потом еще, блядь, на войне хер сосешь, потому что тебе еще камень надо, чтобы подвезли. Ой, так вот. Сехмет. И по кругу пошло. Отдали одну интересную пятерку. И теперь наша песня хороша, начиная сначала. На каждую классную пятерку выпадает 50 троек. Вот как-то так. Это, мне кажется, я еще приукрасил. Да. Ивальди. Ивальди. Профессор Николай. Так. Ну, здесь на зимнем событии, ну, еще один Грюмнир. Прикольно. Питер. Эрида. Такое впечатление, что по кругу пошли. Таланта. Ну, вы сами все видите, здесь даже комментировать, ну, не хочется.
Щедрость просто зашкаливает. Смотри. Просто трэш. Так, так, так. Стригем, там уже нападало по самое не балуйся. Жалко, что ГМ, я же говорю, ну, не особо впечатляет. Так, профессор Николай. Ну, попытка поймать Бифану. Продолжаем. Пока результаты не очень впечатляют. Снова герой месяца. Олень. Корм. Тисей, сет, леший, короче, все что угодно, но тут бывает, проходишь там какие-то миссии, чтобы 200 монет тебе упало, вот, понимаешь, что какие 200 монет, о, снежок, ну ничего себе, спустя сколько времени, да сколько времени прошло и упал первый событийный герой, это просто капец. Это надо... О, печенька. Ну вот это грац. Это реально поздравляю. Ну вот, блин. Печенька это пушка. Это, в принципе, наверное, на этом событии... Ну, понятно, этот последний уже хрен с ним. Но вот именно печенька это, пожалуй, тот персонаж, ради которого сейчас все и упарываются. Потому что кто бы мог подумать, что такой герой на Титане будет в свое время востребованный. Ну, может, китайцы, конечно, знали, но... Так, ну что? Снова сны. Вот, и, короче, на снах... Что тут? Тут... О! Только хотел сказать. А на снах может быть гипноз. Теперь, короче, все полностью упакованы. Гипноз, печенька. Вот, и что еще? И еще одна печенька. Прекрасно. Ну, все, это, короче, мы смотрели... Я не знаю, хрен знает сколько минут видео, чтобы увидеть, что в конце что-то упадет. Короче, удалось, скажем так, пробить неприступную крепость. Не знаю, как это еще назвать. Неприступная крепость жадности кармы просто зашкаливает. Но после того, как ее уже начинаешь долго ломать, стучать, то оттуда что-то и упадет. Ну вот, но опять же таки, какой ценой. Так что такие вот, ребята, призывы. Тут можно со своими там X50 или сколько там было на монетах, можно нервно пойти в сторонки покурить. Все, пока-пока.